Правительственные войска Сирии взяли под контроль стратегические высоты к северу от Латакии и освободили от террористов 10 населенных пунктов. Боевики понесли серьезные потери и отступают в двух направлениях, в том числе к турецкой границе. На брошенных ими базах обнаружены большие запасы оружия и боеприпасов. Саперы проводят операцию по разминированию, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома. Также сообщается, что в окрестностях города Дейр-эз-Зор армия Асада ликвидировала более 70 исламистов. Напряженная остается ситуация на сирийско-турецкой границе. Оттуда приходит сообщение об обстрелах курдского города Африн на севере Сирии со стороны Турции. В жилых кварталах разорвалось не менее 10 снарядов. Есть погибшие, среди них дети. Премьер Давутоглу накануне заявил, что армия не прекратит обстрелов позиций сирийских курдов в качестве ответной меры. Именно курдские силы самообороны Анкара назвала ответственными за последние теракты против турецких военных.